Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня у нас на тестах недорогой и компактный Full HD видеорегистратор Axper Uni с двумя вариантами крепления. К моменту публикации его можно приобрести за 4490 рублей. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, крепление с вакуумной присоской, крепление с двухсторонним скотчем, USB кабель и документацию. Выполнен Axper Uni Form Factor моноблока. Основным материалом выступает пластик. Аккуратный и выдержанный внешний вид. Края корпуса закруглены. На фронтальной стороне, помимо логотипа производителя, выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. На правом торце мини-USB для подачи питания. Скрытая кнопка перезагрузки, micro-HDMI с поддержкой вывода изображения на внешний монитор. Слева выход, отверстие микрофона и слот для карты памяти. У нас не возникало проблем с работой с картой и объемом 64 ГБ. На стороне водителя 2,5-дюймовый дисплей, поддерживается режим автоматического выключения экрана через заданный интервал времени. В паре с емким аккумулятором экран позволит продемонстрировать ранее отснятый файл сотруднику ГАИ вне автомобиля. Эту же особенность можно будет использовать для съемки с рук. Есть возможность выбора между креплением с вакуумной присоской и площадкой с двусторонним скотчем. Оба варианта дают поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Наш выбор за крепление с двусторонним скотчем. Оно надежнее в условиях российских дорог и переменчивой погоды. Запас по длине кабеля даст возможность организовать для Axper Uni скрытый монтаж проводки в салоне. Претензий по качеству сборки нет. Набор настроек традиционен. Выставляется разрешение съемки, длительность роликов, экспозиция, VDR и общие параметры системы. Пункты расположены логично. Найти нужный пункт не составит труда. По умолчанию установлен русский язык. Используется связка из процессора Novatek 96658, матрица GC2023. Ролики в расширении MOV, кодек H264. Записанные ролики отличают высокая детализация и резкость по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на малой и высокой скорости движения. Фиксируется разметка, дорожные знаки, пешеходы и все участники движения. Файлы можно будет использовать в качестве доказательной базы при разборе спорных ситуаций в ГАИ. Axper Uni – добротный Full HD видеорегистратор, не перегруженный лишним функционалом, четко выполняющий свою основную задачу. Из особенностей отметим компактные габариты и два варианта крепления. Сбоев и проблем за время теста выявлено не было. С удовольствием обсудим с вами Axper Uni в комментариях. Напомню, что по ссылке находится текст и обзор. Там можно посмотреть дневной и ночной ролик в полном тайминге. Всем спасибо и пока-пока.